Думала я почитать код, обрести талант оратора, улучшить себя, так сказать. И в результате меня заткнуло. Прочитаю что-то и не могу. Все связано с тем, что сейчас идет война, и она не только идет на общем плане мировом, и эта война, она идет в эзотерическом плане. И если раньше, когда мир жил как бы в одной гармонии, когда весь мир, как волна, создавал волны отката или создавал волны притока, и можно было таким образом снимать информацию, ее было много. Сейчас из-за того, что происходит влияние, это влияние происходит эзотерическое, оно происходит обширно. Я могу сказать, что около, наверное, 100 тысяч человек ежедневно каким-то образом пробуют повлиять. Как это происходит? Миллион человек ненавидит, миллион человек что-то желает, миллион человек боится, миллион человек. Это все создает бесконечные элементы. Также из-за того, что ясновидящие умеют просматривать, а сейчас просматривать достаточно опасно, потому что если ясновидящий может просмотреть и сказать, что будет дальше, то тогда нужно найти тех людей, которые будут оберегать эту информацию от просматривания. И сейчас происходит специально проявление определенных таких качеств или элементов. Есть целая армия людей, которые создают помехи для ясновидящих, в ходе которых они не могут правильно снимать информацию. Данный год, вот в котором мы живем, и где-то полгода в прошлом году, связаны с тем, что чрезвычайно сложно было и чрезвычайно сейчас сложно снимать правильную информацию для всех. И карты неправильно показывают, информация неправильно снимается и так далее. Необходимы точные данные, то есть не просто там человек Оля, Даира, там, Галя, Валя, Петя, Вася, а необходимо либо контакт, либо видеть человека, либо дополнительно фамилии, либо фотографии и так далее. То есть такого быстрого снятия информации, как ранее, такого сейчас уже нет, но будет. Если продолжить вот таким образом создавать вот такие ментальные помехи, то в дальнейшем они вызовут излучения, которые будут вызывать извержение вулканов, и это нехорошо на самом деле. Ну, ничего страшного тоже. Сейчас ничего не будет такого.